樋口若葉さん、日本。И следующая выступает тоже японская фигуристка, Вакаба Хигучи, тоже очень сильная спортсменка, как и все, кто присутствует на этом финале Гран-при. Да, по цыгански танец Минкуса выступит. Очень уверена в себе. Удачи. То скакнули, то упали, то скакнули, то упали технические баллы Вакаба Хигучи под нетленного Людвига Минкуса. Мне, если честно, программа «Короткая Вакабы» напомнила вот лучшие программы Лизы, конечно. Что ударная часть идет в конце, растанцовка, бешеная растанцовка идет в конце. И не замечаешь, что до этого фигуристка там каскад прыгала, пару прыжков добавила. Будто ей сил еще на 4 минуты хватит. Действительно, вообще очень легко выдержала темп программы, под конец еще даже ускорилась. Говорит просто о 100% готовности. Ну и зажгла на дорожке, конечно. На первом ее этапе, на Cup of Russia, я как раз ее перепутала с одной из японских фигуристок и сказала, что она владеет тройным акселем, поскольку... Вот как раз самый первый элемент, это именно вот такой высоченный, очень сильный двойной аксель. И мне кажется, ей ничего не стоит сделать тройной. Потому что его же не убрали во вторую часть программы, зачем-то он в первой. Я думаю, что именно под тройной аксель. Ну, в этом сезоне тройной аксель еще Вакаба не исполняла. Ну да, но я буду продолжать ждать его.
стройной лут, стройной тулуп. Единственное, его не должны очень сильно повышать, поскольку сразу на выезде ногу подставила. Все-таки выезд надо доделывать, додерживать. Тройной флип. В принципе, достаточно четко. Ну и по эмоциям выложилась, наверное, на все 250. Да, действительно, поверил я в то, что Вакаба настоящая цыганка, что нож у нее за голенищем. Заставила поверить. Чуть-чуть понизили технику. 76. Может быть, да, второе место пока занимает Вакаба Хигучи.